Man dod, protams, nav varbūt bieži vien patīkam redzēt tankus un ieroči. Первая в этом году тройня. На свет появился мальчик и две девочки. Родители, не знаю их имен, но тем не менее поздравляю от всех наших слушателей здоровья детишкам, ну и счастья всем. Ну и также хотелось рассказать вам о том, какого животного выбрали как символ этого 2017-го в нашей стране. Да, к году петуха мы еще готовимся, он, по-моему, еще не наступил, вот-вот тоже календарный наступит, но в Латвии уже наступил год угря, речного угря. Если в 2015 году в Латвии животным года стал кабан, в